Здесь царило веселье. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на фоне тематических инсталляций, участвовали в забавных конкурсах и спортивных играх. Работал веревочный городок и скалодром, проводились мастер-классы по рисованию. А те, кто захотел отдохнуть в тени деревьев, располагались в уютных гамаках. Очень клево, что здесь и гамаки есть, и зона отдыха, можно отдохнуть, посидеть. Детям есть чем заняться. Да, отличное место, чтобы познакомиться с новыми людьми, погулять, отдохнуть, повеселиться. Из множества тематических площадок выбрать самую интересную было невозможно, ведь организаторы учли вкусы всех возрастов. Особенно ликовали дети, перебегали от одного мероприятия к другому. Ведь очень хотелось и в веревочном городке полазить, и фокусы посмотреть, и испытать удачу и глазомер в тире. Там есть прицел и мушка. Надо, чтобы они были на одном уровне и стрелять в мишень. Похоже, место для Анапского Арбата теперь определено точно. На этом уютном и тенистом бульваре в этот день открылась аллея уличных музыкантов и свободных художников. Завершились мероприятия фестивалем красок Холли. 2, 1!